весе. 12-й поединок сегодня. 65 килограммов, 800 граммов. Весовой дивизион. Пояс великолепный чемпиона ACB лежит рядом с нами. Забит Магомедшарипов, победитель гран-при ACB. 10 побед, 2 поражения. И шейх Магомед Арапханов, 13 побед, 3 поражения. Оба российских бойца. Один представляет Забит Магомедшарипов, клуб Duck Fighters. Ну и, конечно, Арапханов представляет базовый боевой самбист, клуб Ахмат. Да, уникальный, конечно, спортсмен шейх Магомед Арапханов, возрастной, большой профессионал, почти 2 года также не выступал против более молодого оппонента сегодня, он оспаривает титул ACB. Да, видна невооруженным глазом разница в габаритах. О, справа попадает Забит, длинным справа, очень жестко навстречу поймал. И вертушка по туловищу. Я вам скажу, что как раз Арапханов тренировал в свое время 2 года в Москве под руководством Ахмеда Мусаева. Выиграл множество турниров по рукопашному бою, боевому самбо. И Ахмед Мусаев вывел его на первые бои, как раз без правил в свое время они назывались, которые сейчас бои ММА, понятно, смешанное единоборство. И здесь тоже необходимо сказать, что Ахмед Мусаев сделал работу достаточно серьезную, и об этом специалисте не надо забывать. Да, сейчас... Ух ты! Есть точно! Спиннинг-кик, да, как вы его называете? Да, спиннинг-раунд-кик или бэк-кик. Да-да-да, очень здорово. Немного зажатший. Напомню, шейх Магомед, он же все-таки базовый тэквондист. Да, также он начинал с тэквондо. Очень классное использование техники ног. Большой профессионал, надо сказать, Максим. Вот он проходил подготовку также в клубе «Ахмат». Он представляет этот клуб, тренируется там. Ох, встречный, встречный проход и попытка. Посмотрите, что делает. Какая защита потрясающая у Забита Магомедшарипова. Потрясающе работает Забит сейчас. Напомню, что Забит выходец из школы как раз города Буйнакска. Это школа известнейшая на весь мир. У Шуйсанда 5 сторон света. Тренера Магомаева Гусейна Сайгидовича, заслуженный тренер страны. Он выходец как раз оттуда, откуда и Джанкуат Билетов, и Базиги Татаев, великие бойцы ИСАИ, Муслим Салихов. Потрясающие войны, которые сейчас некоторые из них, например, Базиги Татаев и Салихов, они все еще успешно выступают и по линии смешанных единоборств, и по линии как раз своего вида спорта у Шусенда. И, кстати, Базиги Татаев сейчас подписывает контракт с М1. Представляете? Да, это, возвращается. Конечно, да, хочет выиграть еще очередной чемпионат мира, 6-й, по-моему, и все на этом, опять же, продолжать драться по профессионалам. Да, вот попытка перевода в партер от шейха Магомеда. Какая же защита у Забита, как же он устойчив на ногах, это просто невероятно. На вид такой, ну, не сказать, что борец. Напомню, красивейшим образом закончил он в свою пользу победно удушением свой последний поединок в Москве на ACB. Также Абдулрахмана Тимирова, тогда он задушил очень красиво. Да. Знаете, как уходит, все чувствует, все видит. И, конечно, возраст. Возраст 39 лет шейху Магомеду Арапханову и 25 лет Забиту Магомедшарипову. Ну да, колоссальная разница в возрасте. Тут и, наверное, и по скорости. Ну, смотрите. Именно по скорости здесь будет уступать Арапханов, ну, смотрите, конечно же. Да, Арапханов, тем не менее. Да, немного зажатка, мне кажется, Арапханов. Что прежде всего ухудшается у профессионального бойца с возрастом, это скоростные качества, конечно. И дистанционные, и стартовые, и подобные вообще. Поэтому скоростные показатели падают. Функциональность иногда не падает. Мы увидели пример в первом бою сегодня. Мухаммед Коков, 23-летний боец, проиграл Марату Балаеву, 40-летнему спортсмену из Санкт-Петербурга. Да. Насколько был функционален на тот момент Марат Балаев? Он не уступил по функциям. Вот, есть право, попадание справа. Куда? Через руку запускает Забит. Да, вертушка. Spinning round kick. Да, бэкфист. Справа опять же ищет удар длинный, такой острый удар у Забита Магомедшарипова. И левый хай-кик в область головы точно. Да, мне кажется, немного застаивается шеф Магомед. Вот сейчас начал двигаться. Справа через руку и туда дополнительный слева и левый сбоку. Туда же в подбородок. Вот это нокаут. Страшнейший нокаут. Забит Магомедшарипов.
отправляет в нокаут шейха Магомеда Арапханова. Тяжелейшие точно удары. Напомню, правый через руку первый, левый в дополнении полусбоку, полусизу. И еще раз повторно левый сбоку в область подбородка. Тяжелейший нокаут. Главное событие вечера. Страшное, конечно, поражение. Ну и пояс чемпиона лиги ACB на весовой дивизион 65 килограммов, 800 граммов. Конечно же, сейчас уходит клуб Dog Fights и непосредственно спортсмену Забиту Магомедшарипову, великолепному бойцу, который идет победоносно, без поражений, серия побед. И красивейшая здесь победа нокаутом. Кстати, здесь как красиво Забит, вот, да, Забит, попадая по ветерану, можно сказать, точно попадая, отправляя в нокаут, он тут же извиняется перед публикой Чеченской Республики в городе Грозном, которая собралась сейчас болеть, естественно, в большей степени за своего бойца. Молодец, конечно, Забит очень достойно повел себя в этой ситуации. Вот Магомед Тигр, Магомедов рядом с ним, ну и рядом Вагап Вагабов, бойцы из Dog Fighters. Да, поздравляем Забита Магомедшарипова, он становится чемпионом лиги ACB в полулегком весе. Это очень большое и значимое событие для него. Ну а шейх Магомед Арапханов... Да, ну, здоровье, 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 однозначно здоровье, восстанавливаться. Время осталось. Послушаем сейчас. 4 минуты и 19 секунд Александр первого Заборска. Раунда. Одержал победу нокаутом и стал новым чемпионом лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов. Забит Магомедшарипов выигрывает этот титул, пояс чемпиона ACB отправляется ему на его корпус, и заслуженный победитель рядом с ним как раз Мансур Чука.